Это самое распространенное в мире заболевание онкологическое у женщин. С одной стороны, с другой стороны, это, пожалуй, наиболее изученное заболевание из всех онкологических заболеваний. И результаты лечения сегодня при таком комплексном подходе весьма и весьма обнадеживающие. И поэтому все больше внимания уделяется качеству жизни пациенток. И поэтому, так скажем, все вопросы современной диагностики, современного лекарственного лечения, современные варианты хирургического лечения и адъювантной терапии, они все решаются совместно.